За неделю до дня голосования Дональд Трамп, согласно опросам, впервые за долгое время обошел по популярности среди избирателей Хиллари Клинтон. По данным исследования, заказанного телекомпанией ABC, газетой Washington Post, за республиканца готовы голосовать на 1% американцев больше, нежели за кандидата демократов. Трамп обратился к избирателям, уже поучаствовавшим в голосовании, призвав их посетить администрацию своего графства и отозвать бюллетени. Если вы живете здесь, или в Мичигане, или в Пенсильвании, или в Миннесоте, во всех этих местах, тогда вы можете еще проголосовать за Дональда Трампа. И тогда мы снова сделаем Америку великой. Действующий президент использует последние дни кампании, чтобы помочь теряющей популярность Клинтон. Обама во вторник вновь заявил, что считает Трампа человеком, негодящимся на пост главнокомандующего, напомнил о его отношении к женщинам и попытался оправдать политические промахи своего бывшего госсекретаря. Совершала ли Хиллари ошибки? Конечно, я совершал. Нет никого среди публичных политиков, кто не делал ошибок. Но принципиально она хороший, достойный человек, который знает, куда движется. Социологи зафиксировали изменения в предпочтениях избирателей после того, как ФБР возобновил расследование об электронной переписке Клинтон. Агенты и бюро случайно обнаружили письма экс-госсекретаря на компьютере, с которого обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-конгрессмен Энтони Винер рассылал свои откровенные фото несовершеннолетним девушкам.